Ну, во-первых, понимаете, у нас надо быть не только хорошим художником, конечно, на хорошем уровне рисовать, писать, академическом, но и пройти некую подготовку по тем заданиям, которые мы предъявляем каждому педагогу. Почему это нужно? Потому что все, что задает педагог, он делает и выполняет вместе со своими учениками, и у нас должна быть единые требования, и единые задачи, и единые критерии. Если их не будет, то учреждение просто перестанет существовать, оно развалится.